Мої вітання глядачам каналу АТВ, а особливо представницям прекрасної половини людства, які своєю наполегливістю, витривалістю, якщо хочете, внутрішньою силою, доводять, що світ прекрасний завдяки жінці. Від випуску до випуску ми слідкуємо за змінами сумських сміливиць, які беруть участь у телевізійному проєкті каналу АТВ. Разом з фахівцями в індустрії моди та краси, членами журі, влаштовуємо іспити не лише на стильність, а й на витривалість. І головне, разом складаємо формулу здоров'я та краси і прагнемо довести, що змінюючись особисто, жінка може змінити світ навколо себе. Не вірите? Тоді приєднуйтесь. Після відкритого кастингу, починаючи з кінця грудня, 10 конкурсанток, різні за віком, вихідними даними фігури, темпераментом та однаково серйозно налаштовані на успіх, дали старт роботі над собою. Психологи, фітнес-інструктори, дієтологи, дизайнери по черзі додавали свої складові до нашої формули. І, безперечно, кожна учасниця отримала свій результат. Та за умовами проекту, після 2 місяців випробувань, ті, хто найменше набрав балів, вибувають зі змагань. Проте, хто хвилюється більше, невідомо. Ви готові комусь сказати все? Ви не виправдали наших сподівань. Сказать, конечно, мы готовы, потому что я намеренно знала, что сегодня тот день, когда придется это говорить. Единственное, когда я подсчитывала баллы, мои переживания были, с таким ожиданием, я так хотела, чтобы у всех было одинаково, однозначно, но этого никогда не будет. Это жизнь, и всегда в жизни кто-то идет вперед, а кто-то за кем-то тянется. Знаете, я смотрю на сегодняшний день, да, на первый отбор, таким образом, что кто-то станет лидером, а кто-то станет последователем. Те люди, которые останутся, они поведут за собой те, которые уйдут. Для меня она каждая победительница. У каждой есть свой результат определенный. У кого-то физические, у кого-то изменения внутренние, но нет здесь проигравших, их никогда не будет. Просто будут люди, которые сильнее, у которых, возможно, больше силы воли, которые больше, возможно, смотивированы экраном. Но у меня для них было одно обещание, что я буду точно так же с ними встречаться, в том же составе, в котором они и есть. Но это моя хитрость, для того, чтобы они сейчас не так переживали, что они все уйдут. Ты в процессе привыкаешь, и даже если ты видел в начале слабости человека, ты видишь, как они потом просто исправляют их. Когда группа начинает двигаться вперед, и есть кто послабее, там где-то расслабился, они видят первые результаты, то, ясное дело, это их подхлестывает. И в итоге получается, что человек только очнулся, начал получать результаты, начал понимать, насколько это здорово, и тут приходится их просто убирать. То есть действительно это очень болезненно, и ты привыкаешь, и я уже говорила, тогда у меня было ощущение семьи. Я сейчас для них, честно, как мама, по сути, хотя некоторые из них и старше меня. Вот 3 місяці поспіль, на ваш погляд, чи змінилися дівчата, чи виправдали вони назву нашого проекту? Я думаю, изменились все, но кто-то, по-моему, остался на том же месте. Я думаю, они просто самодостаточны. А в общем, все хорошо понимают, что и как надо носить, но на себе это не воплощают. Сейчас посмотрим, как они будут выглядеть, и мы их будем оценивать, как они усвоили эти уроки, потому что кому-то не хватает смелости просто. Я еще изначально говорила о том, что это и так будет для них какая-то ломка своеобразная. Так на самом деле и произошло, потому что они увидели первые результаты, и это их очень сильно вдохновило. Кого-то в большей, кого-то в меньшей степени, но очень видно, как это их стимулирует. То есть они поняли, что это действительно не игра, это все серьезно, это по-настоящему, и перемены это действительно могут происходить не с кем-то там, а именно с ними конкретно вот сейчас, в данный момент. Я знаю каждый, кто какие цели ставил для себя на проекте, и время от времени пересматриваю и понимаю, что некоторые уже осуществились даже на этом этапе, да, то есть мы еще впереди, у нас довольно-таки много времени, но и тем не менее девочки раскрываются. За кулісами жваве обговорення. За більш ніж 3 місяці обидві команди здружилися. Кожна з дівчат має свої результати. Мінус кілограми, мінус комплекси, плюс впевненість, хоча хвилювань чимало. Як тут наше життя за лаштунками, дівчата? Так неожиданно. Ну, за декілька хвилин, скажімо, до перших підсумків. Хвилюєтесь, не хвилюєтесь. Я хочу чути вас, хочу знати, що для вас от зараз найбільше. Я дуже хвилююся, якщо чесно. Я взагалі така дівчина, яка хвилюється за все і завжди. Ну, я сподіваюся на краще, який би результат не був, все нормально. Ждем ітогів. Дівчата, чим стали для вас вже ці 3 перші місяці проєкту?
Наверное, буду не громкословной, да, но это действительно частью жизни они стали. В прямом смысле этого слова мы породнились и командами, и образ жизни поменялся. Скажу честно, очень волнуюсь. Я упевнена, просто, ну, как бы вот получилось, что там месяц выпал тренировок, и того результата, которого я хотела, ну, на данный момент, ну, пока я, ну, как, я довольна тем, что есть, но хотелось бы лучше, а я думаю, все впереди будет. Ну, Іра, нас вже пройшла випробування камерами, несподіванками. Якщо дивилися, да, наш попередній випуск, всі бачили. Іра, мабуть, сьогодні хвилювання зовсім. Наоборот, Олечка, волнуюсь, як перед екзаменом, на екзаменах так не волновалась, як зараз. Я знаю, що результати є, результат положительний, все у мене хорошо, але волнення все одно внутрі. Ви мужні, ви знаєте, я знаю, що кожна з вас варта того, щоб залишитися з нами. Я відверто не знаю, не бачила навіть ваших результатів, але хочу кожній з вас побажати успіхів. І як то кажуть, знаєте, нехай фартить от сьогодні. Спасибо. Спасибо. Дівчата, всі ці оплески, які ви щойно чули від нашого журі, яке було просто в захопленні від вас, на вашу честь. Я теж хочу сказати вам дякую за те, що всі 3 місяці ви все ж таки не втомлювалися нас дивувати. І перше моє звернення до наших шановних експертів. Дівчата, Петро Миколайович, ну як, змінилися вони за ці 3 місяці чи ні? Весной, а мы сегодня встречаем весну, вот, женщины изменяются на лучшее всегда, даже не участвуя в проекте. Вот, но что касается наших участниц, то здесь я вижу реальные изменения, их счастливые лица, их радостные улыбки, вот, тому подтверждение. Просто не переставайте, что бы ни было, какой бы вы ни услышали приговор, не уставайте, расцветайте. Потому что те изменения, которые начались, не должны закончиться. Просто украсьте это, просто этой весной, пусть вы самые красивые цветы у нас будете. Девчонки, вы такие очаровательные просто. Смотрю, что не все улыбаются, улыбайтесь. Вам это действительно идет. Да. Чувствуется это в воздухе, уже совершенно другое настроение. И вы совершенно другие, и, наверное, это не случайно. Вот, поэтому, чтобы вы были вдохновленными, вот такое мое пожелание вам. С каждой из вас действительно просто классно работать. Вы все замечательные девочки, поэтому удачи, вот, и вдохновения вам. Кто-то сдает экзамен на 5, кто-то на 4. Но иногда тот, кто на 4 сдает, он знает лучше, чем тот, кто на 5. Ну, бывает так. Не всегда все справедливо. Но, знаете, очень хорошо, когда в этой ситуации тот, кто сдал на 4, он сделает все возможное, чтобы вырасти до того, кто на 5. Те, кто выбудут из проекта, это ваш день. Потому что для вас это новый шаг победить себя и стать лучше, чем те, кто останутся. Это так. Маленькая, ну на самом деле, я считаю, что нет проигравших. Есть просто люди. И очень, знаете, это очень хорошо, когда есть за кем идти. Когда тебя вдохновляют. И будут сильнее те, кто сегодня выбудут, потому что они будут один на один со своей мотивацией, со своим вдохновением. И вот я желаю каждому из вас победы через полгода, когда точно так же вы все будете на этих съемках, да, и мы тогда посмотрим, кто на самом деле победил себя, победил свои страхи, победил свою силу воли и стал лучшим. Вы самое лучшее. Спасибо вам. 1-й свій іспит в проєкті складає Іра Ткаченко. Раніше їй довелося доповідати, як харчується на роботі, взяти на себе роль лідера при контрольній закупівлі. І знову перша. Іра, ви варті оплесків. Я видела Ирочку на роботі. Я видела этот, скажем так, большого размера костюм медицинский. Ти замечательно виглядиш, правда. І сьогодні, як ніколи. А що до ваших порад? Дослухались, дотримались, яку оцінку? Тому я Леса, но единственное замечание это по поводу длины пальто, длины платья. Хотелось бы, чтобы оно было одинаковое хотя бы. Или платье должно быть чуть короче все же.
Ну, все ж таки, саме в проєкті, Марина, я знаю, що ви давали домашні завдання дівчатам, да? А от як Ірина впоралася зі своїм домашнім завданням, які оцінки отримала у вас на заняттях? Ну, Ірочка у нас получила, по-моєму, по самой высокой шкале, по-моему, у единства 12 баллов. Ну, это по моей шкале, это по посещениям, по исполнению моих заданий, скажем так, по тому, как это было выполнено, потому что я понимаю, что интернет – это великая сила, можно выбрать любой образ и напечатать, я это понимаю. Но я ценю, скажем так, все же свое. Пусть оно не так хорошо выполнено, но это, скажем так, я вижу работу человека, что этот человек пытался создать этот комплект, там было у нас два задания, вечерний и будничный комплект, поэтому Ира вне конкуренции, честно. Да, девушка весна. Это моя, как видите, яркая. Я очень люблю все яркое. Спасибо за то, что Ира у меня есть. Спасибо, Иринка. И знаете, она очень такая, знаете, положительная, она смешливая. Ко мне подходит девочка, наша тренер, и она говорит, мне так нравится эта наша светленькая девочка. Она так говорит, зумбу танцует. Она такая, и я понимаю, о ком идет речь. Вот, это как раз Ира. Я хочу сказать, она молодчина. Она все делала так, как следовало делать. И у нее очень хорошие результаты и в сантиметрах. И у нее очень хорошо идут результаты и в килограммах, и также в жировой ткани. Умничка, всем довольна. Спасибо вообще за то, что есть. Ну, цифру озвучите нам, Любаша. Хоча б одну, найвагомішу цифру. Найвагомішу, да. Сантиметры. Она потеряла 33 сантиметра полностью по всему телу. Даже немножко больше. Вот. Помните, было у нас такое очень классное задание написать там большое количество желаний, да? Вот, и каждый с ним справился по-разному, но все справились. И мне ого, на тот момент... Ого, у меня навіть немає. Да, казалось бы, да, та, сейчас как напишу, там 10-15, потом так, и начинаешь уже думать. Оказывается, мы очень малого желаем. Вот, и за это время, я думаю, количество этих желаний, помните, да, мы говорили о том, что этот список можно дополнять. Вот, поэтому мечтайте. Ім'я Марина Большаніна звучало найбільше разів впродовж цього проекту. Вона сміливо обирала вбрання і не боялася критики. Цікаво, чи такими ж будуть її результати в першому турі проекту. Ну от Марина у нас яркий представитель осені, скажімо так. От во всьому своєму образі вона це воплотила. Єдине, я проти страз. Чесно. А цвіт хорошо вам. Ты на правильном пути, на правильной цели. Если тебя вдохновляет этот проект, да будет так. То есть пусть он действительно приведет тебя к твоему идеальному представлению себя. Ты умничка. Так. Я так понимаю, от меня нужны цифры, да? Да, я хочу почути найвагомішу цифру з вашого погляду. Знаете, тут куда ни глянь, и все найвагоміші. Честно, эти результаты сразили на повал, шокировали. Ну, я уже говорила на одной из передач, да, о том, что эта девушка меня особенно удивила. И результаты таковы. На сегодняшний день мы берем только результаты ровно за 2 месяца. Это минус 75 сантиметров со всего тела. Да. Практически метр, скажем так. Это 9,5 килограмм веса, и которые из них 9 килограмм жира. Серьезные результаты, хочу сказать, но здесь меня больше другое интересует. Я уже об этом говорила, да. Удивила, потому что 2 года до этого не удивляла. Что 2 года до этого результат стал на месте, а то и возрастал. А теперь удивила. Но я знаю, какую мы нашли мотивацию еще больше. Я знаю, что одна из ее мечт – это стать тренером FitCurs. Поэтому я вижу самую последнюю съемочку этой передачи. Это летом. В клубе FitCurs на торговый центр «Березка», где Марина будет в форме и будет тренером FitCurs. Оля Шурхно – енерджайзер першої команди. В руках цієї дівчини буквально все горить. Тренуватися так з повною віддачею, змінюватися так кардинально. Оль, знімаю шляпу перед вами і хочу почути про вас. Оль, ну, правда, замечательно виглядите. Однозначно ваш цвіт, можу точно вам сказати, що бирюза блондинка. Оля, знаєте, уже одним этим сказано, знаєте, прям княгиня.
Вот я всегда делаю какую-то ассоциацию человеком. Она боец. Она, когда худела, попала в ситуацию, когда она очень сильно заболела. Так вот, она продолжала тренироваться дома. Она отзванивалась, она настолько была активна, что, скажем так, она аккумулятор, даже мой аккумулятор. Ее результаты, понимаем, что ей пришлось сражаться, возможно, сильнее в этом отношении. Ее результат – это 29 сантиметров 50. 29-50. То есть по телу она достаточно мне всегда нравилась, но тут она еще умудрилась. И также она похудела на 6 килограмм. Из них 5,5 – это жир. Просто. Просто мой поклон этому бойцу. Оля, що є стимулом? Де він, ваш екс-фактор? В чому? В чому сила? Очень просто. Я, как и все женщины, хочу вывести для себя формулу здоровья и красоты. И хочу ее осознать и дальше применять. Чтобы это было, ну, не только на цель вот на проекте, но и на всю оставшуюся. Ради чого? Ты экс-фактор? Ради себя. Ну, честно вам скажу, вот как бы я никогда не стремилась на кого-то быть похожей. Единственный человек, с которым я могу себя сравнивать, это я в прошлом. И единственный человек, которого лучше я могу быть, это я сейчас. Та й Хвостові з самого початку говорили, що і змінювати, то по великому рахунку практично немає чого. Та дівчина зуміла здивувати. Ну, та, ну, правда, чесно, ні добавить, ні прибавить, не хочеться. Виглядіть замечательно. По вашим заданням. Ви знаєте, що ви це добре виконали, я вам об этом говорила. Очень ярка, ініціативна, активна, лідер по натурі внутрі. То есть твоя, да, твоя задача – это создать обстоятельства вокруг тебя или же твоих родных и близких людей, в которых бы ты максимально раскрылась. В жизни бывают люди, я их называю ангелами. Вот это те люди, которые, когда находятся с тобой рядом, ты чувствуешь, я не могу объяснить, но такое тепло, такую нежность – это один из тех, ну, одна из тех девушек, которые, я не скажу, что для меня это фаворит среди проекта, но я очень бы хотела, чтобы Таечка осталась, потому что она служит другим, она ангел. Я очень хочу, чтобы мы тебе больше послужили, чтобы предали тебе ту уверенность и показали, какие широкие у тебя крылья. Она удивила, знаете, тут казалось бы, да, опасно терять вроде бы, но я вам скажу, результат достаточно для нее, достаточно очень хорош. Это минус 3 килограмма веса, минус 2 килограмма из них жира. Вот так вот. Умничка, Таечка, молодец. Чим, наприклад, от модель будинку моделі – це не актриса? Любая модель нашего дома моды – это актриса. Кандидат среди участников номер один пока на модель нашего дома моды. Сімейні обставини дещо вибили Аллу Золотіну з конкурсної колії. Про те, як сама говорить, вона стала на декілька кроків ближчою до своєї мети. Вообще очень хорошо выглядите, свежо, очень свежо по-весеннему. И хотелось бы, если туника, то хотелось бы чуть-чуть длиннее. Есть опасная зона в женском. Вот-вот-вот. Ну, но надо все равно. Чуть-чуть секрет какой-то должен быть. В отношении страз, Маринка, я же не знал, что она золотина, золото, или золотина, поэтому прощаю, да, прощаю стразы, поскольку, ну, действительно, главное золото это внутри, да, то есть оно светится, вот. Ну, а в отношении того, что она такая идеальная женщина, обратите внимание на мужчин, девчонки. Она, начав сначала, наполовине потеряв результат, она начала, и у нее на данный момент минус 31 сантиметр. А для нее это очень, для ее телосложения, она в прекрасной форме. У нее, да, кило 10, и именно жировой массы в килограммах кило 600. Понимаете? Это пережив такое, так что просто тоже второй мой боец. Готова сражаться дальше со мной. Не отпущу. Дуже суперечлива героїня, водночас наймолодша учасниця проекту Ліза Голод продемонструвала виключні знання в області дієтології та організації харчування.
Та після критики дизайнерів навіть практично витримала іспит зі стилістики. Помітьте, будь ласка, шановні члени журі, зараз Ліза прийшла до нас на перший відбірковий тур після кастингу в сукні. Марина, ваші уроки не проходять даремно. Так, і ми, по-моєму, тут приміряли якраз тільки плаття. Прививку зробили платтями, правильно? Ну, все равно, Ліза, ну от сковано так виходиш, жмешся, ну, треба вже розправляти плечі і йти уверенно. Єдине, хотілося б змінити вашу оправу, ви знаєте. Да. Адвокатів не приймаємо сьогодні. Ну, не можу согласитися, що під біжутерію, чесно говоря. Ну, все одно, хотілося б полегше немножко оправу. І обувь. Не к этому платью, чесно. Извините, но критика нужна все равно, извините. Есть большой потенциал. Настолько желание, кстати, которое озвучивали, просто роскошное. И для этого необходимо иметь ресурс внутренний. Опять же таки, очень большие надежды на то, что этот проект каким-то образом простимулировал раскрыться и предстать немножко иной, да, другой миру. Но и при всем при этом не растратить и сохранить свою наивность и свое такое очарование девичье. То это человек, который позволил дотронуться к своему сердцу. Как говорится, дотронуться к сердцу человека – это бесконечность, да, и для меня тоже это особенный человек, потому что я, наверное, больше с ней работала, немножко работы у Ани воровала. Мы нашли какой-то общий язык, и вот, не знаю, мне кажется, у нее другая цель была в этом проекте, наверное, потому что на сегодняшний день она выбрала не идти по программе питания, а она выбрала пост, и для нее это очень важно. Это человек, который внутри очень богат, очень. И на свой возраст, вот мы с ней общаемся, и не только мы в соцсетях переписываемся, вот она платье, знаете, сколько раз спрашивала, одевать его или нет, вот тут целая борьба была, но все-таки результат есть, но на самом деле она внутри очень богатая, очень-очень мудрая, очень воспитанная девушка, отдать дань родителям за такое воспитание, на самом деле на свой возраст, Лиз, так держать, вы можете многим помогать, вот своим сознанием и отношением к жизни, к своему здоровью и к здоровью других людей. Спасибо, что вы именно такая есть. По результатам я вас очень не порадую, но хочу сказать, что у нас это человек волновой. Да, вначале она так пошла, потом она эмоционально, на нее очень влияют окружающие факторы. Ну и даже то, что на сегодняшний день есть, это прибавка в мышечной массе, это немножко сантиметров. Нелегке це завдання оцінювати і обирати. Та ви не перемикайте. Ми продовжимо слідкувати за змінами учасниць нашого телевізійного проєкту та особисто переконаємося в ефективності вже визначених складових формули здоров'я і краси.